Ребята, всем огромный новогодний приветик от наших кошечек. Наши кошечки, так же как и вы, замечательно провели Новый год у бабушки и дедушки. Им очень-очень понравилось, но надо уже будет уезжать им. Поэтому, ребятки, давайте вместе с нашими кошечками будем собираться. Наших кошечек пригласили выступать на новогоднем концерте. И они организуют свою рок-группу «Четыре кошечки». И будут выступать на концерте, и мы будем готовить наших кошечек к выступлению. Это очень здорово, правда, ребята? Что наши кошечки такие звезды. Они не только красавицы, умницы, помощницы, но и классно поют, играют на музыкальных инструментах. Супер, правда, ребятки? Но это будет попозже, вначале нам надо отправиться домой, да? Давайте-ка оденемся в дорогу. Потом надо будет, конечно же, для бабушки с дедушкой потанцевать, правда, ребятки? Потому что бабушка очень будет скучать за нашими кошечками, и дедушка тоже. Поэтому перед отъездом обязательно станцуем для них. Ну и давайте, кошечки, еще сделаем макияжик вам. А наши кошечки очень-очень любят делать макияжики. Поэтому мы вместе с ними сделаем красивый макияж нашим кошечкам. А вы, ребята, посмотрите. Вот, и, кстати, напишите в комментариях, как вы провели Новый год. Нам с кошечками очень интересно будет почитать. Правда, кошечки? Да, мы очень любим читать комментарии от наших зрителей. Вот так. И, кстати, макияжик готов. Ну вот, наши красавицы-кошечки, они уже собрались, но так не хочется уезжать от бабушки, правда? Потому что они очень-очень любят ее. А также, перед тем, как поехать домой, надо, конечно же, скушать бабушкиных вкусняшек, да? Давайте, кошечки, пойдем на кухню и скушаем перед дорожкой что-то вкусненькое, то, что приготовила бабушка. Давайте-ка, много кушать не будем, потому что мы уже скоро будем дома. Давай-ка, любимую вот кашку Анечка скушает, овсяночку бабушкину сладенькую, а Миночка скушает вафельку с медом, который насобирал дедушка. Так, а Анжелочка, вернее, кто это, Сонечка, съест творожок с ягодками. Так, а наша Анжелочка выпьет парного молочка. Вот так, классно. Позавтракали наши кошечки. А теперь, ребятки, давайте-ка вместе с кошечками отправимся к ним домой. И будем собираться на рок-концерт. Наши рок-звезды будут скоро выступать. Но, как я и обещала, бабушка очень ждет все-таки танцы наших кошечек. Поэтому танец для бабушки. Вот мы станцевали, но, бабушка, мы скоро-скоро приедем к тебе снова, поэтому не скучай за своими внучечками. Ну, а теперь, кошечки, отправляемся домой. Ну вот, ребята, мы и дома, да? Наши кошечки приехали домой, и теперь мы будем собираться. Итак, что же наши рок-звезды оденут сегодня на выступление? Сейчас узнаем, ребятки. Ну вот, кошечка Анжела сегодня будет в наряде настоящей рокерши. Вот ее наряд рокерши. И она оденет вот такой ярко-розовый свитерочек, такую кофточку. Вот такая наша рокерша, кошечка Анжела. А теперь наша Сонечка, в каком наряде будешь ты на сегодняшнем выступлении? Сейчас, ребята, Сонечка нам покажет. Это будет вот такой наряд для бега за золотом, но он очень классно подходит. Наша Сонечка гитаристка.
Поэтому ей очень-очень подходит этот наряд, кстати. А теперь, Милочка, твой наряд. Она у нас барабанщица, ударница, поэтому она для себя выбрала такой классный, клевый прикид. Вот он, неоновский, панковский прикид. Очень-очень крутой. Здорово. И теперь наша Анютка маленькая, у нее будет для рок-концерта, для этого выступления. Сейчас покажем, Анечка, да, ребятам, какой костюмчик у тебя будет сегодня. Это вот такой наряд. Ну, замечательно подходит, да? Наряды классно подобраны для рок-группы, по-моему. Все очень здорово. Теперь, ребятки, давайте-ка прически. Может, кому-то оставим, кому-то поменяем. Итак, начнем. Давай, кошечка Анжела, с тебя. Что у тебя? Прическу давай тебе выберем другую. У тебя будут длинные черные волосы. Она, кстати, солистка. И вот, наверное, все-таки мы ей возьмем. Сделаем прическу. Вот такую, каштановые волнистые волосы. Супер, очень-очень мне нравится. А теперь для нашей гитаристки Сонечки мы поменяем прическу. Вот такая хип-хоп шапочка, которую она выбрала. Так, какого цвета ты хочешь выбрать? Давай вот такую голубенькую, вот так здорово. И теперь наша Милочка, наша барабанщица Милочка, которая выберет сейчас прическу. И у нее будет вот такая прическа, пастельный вихрь. Классно. Подходит. И теперь наша Анютка заждалась своей очереди. Так, и наша Анютка, она у нас клавишница и играет на синтезаторе. И ей мы выберем, сейчас я посмотрю, какую прическу для нашей Анютки. Так, и у нее будут вот такие волосы на одну сторону. Вот такие черненькие, классные волосы. Так, теперь, ребятки, изменим немножко шубки. Вот такая белая шубка у Милочки. Также будет сегодня у всех у нас белые шубки. Вот, и у Анжелочки белая шубка, и у Анютки тоже. Вот так, их самая любимая, ну, конечно, розовая тоже любимая, да, но вот сегодня будет у них такая белая шубка, а когда-то на концерт надо будет одеть вообще одинаковый наряд. Так, ну, а теперь давайте-ка посмотрим цвет глазок. У Анжелочки наши будут розовые глазки, очень красиво. У Сонечки будут голубенькие глазки, вот такие глаза ангела у нашей Сонечки, а у Милочки зелененькие глазки. Ну, а у Анютки посмотрим сейчас, какие лучше подойдут. Вот такие глаза аниме. Все классненько. Наши кошечки красивые очень. Хотя, мне кажется, что вот Сонечке надо просто голубенькие глазки. Вот, все. А теперь, ребятки, давайте посмотрим на макияжи наших кошечек. Попытаемся их сделать быстрее, потому что уже скоро-скоро выступление наших кошечек. Итак, делаем красивые макияжи нашим красавицам, чтобы они были на сегодняшнем выступлении неотразимы, да? А мы, конечно же, поставим лайк нашим кошечкам, потому что мы их очень-очень любим, наших красавиц. Ну и вот, Анюточке ставим такой же макияжик, и все, наши кошечки готовы. Давайте-ка посмотрим на наших красавиц, полюбуемся, поставим лайки нашим кошечкам. Итак, наши 4 кошечки готовы к выступлению. Правда, они миленькие, красивые кошечки. Я думаю, что очень-очень понравится зрителям их выступление. И это будет их не последний концерт, а сейчас танец наших кошечек, который вы очень-очень любите. Давайте-ка посмотрим, ребята. Ну и так, полюбуемся танцем наших красавиц. У них это очень здорово получается. И сейчас мы передаем всем-всем нашим зрителям, подписчикам, которые любят наших кошечек, большие-большие приветики. Также поздравляем с днем рождения тех, у кого было день рождения или будет в скором времени. Ну а самые пушистые приветики от кошечек мы передадим в следующем видео. Кто еще не получал приветики, пишите имя и фамилию ваши в комментариях. И наши кошечки обязательно с удовольствием передадут приветики. Ну а сейчас
ребятки. Будем прощаться с нашими кошечками, скажем им спасибо за классное времяпровождение с ними. Ну что, ребятки, давайте-ка. Всем вам пока-пока, кошечки, пока-пока.